Всем здравствуйте, меня зовут Антон, фамилия Слотин, я массажист из города Обнинск. Я приехал в Академию телесно-ориентированных практик Альфа-Топ коллегу Гудвину на обучение. Я уже как практикующий массажист чувствовал нехватку своих знаний. То есть мне немножко не хватало. Я практиковал классический массаж, как сухую технику, так и по маслу, но мне не хватало немножко мануальных техник. На них есть запрос определенный у клиентов, и, соответственно, я пытался внедрять, но мне нужно было, чтобы найти наставника, который меня бы этому делу обучил бы, меня проконтролировал. Так я нашел Олега Гудвина, приехал к нему сюда, прошел 5-дневный семинар, очень здорово, рекомендую. Я обучился новым техникам, Олег показал, как проводить мануальный массаж от пяток до затылка, включая обе стороны, и переднюю, и заднюю. Вот. Поэтому, ребят, всем рекомендую. Очень здорово. Я рад, что теперь у меня больше знаний. Теперь практиковать, практиковать и практиковать. Вот сколько еще у меня времени на изучение, поэтому и на практику. Спасибо Олегу, спасибо Академии. Всем спасибо.